Здравствуйте, меня зовут Светцова Анисия. Я из города Смоленска, мне 10 лет. Расскажу стихотворение басню Крылова «Квартет». Отправляю на конкурс, дети читают стихи. Проказница-мартышка, осел, козел, да косолапый Мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки пленять своим искусством все. Ударили в смычки, дюп, а толку нет. «Стой, братцы, стой!» — кричит мартышка. «Погодите, но как же музыке идти? Ведь вы не так сидите. Ты, Мишенька, садись против альта, я, прима, сяду против торы. Тогда уж будет музыка не та, у нас запляшут лес и горы». Расселись, начали квартет. Он все-таки на лад не идет. «Постойте, я сыскал секрет!» — кричит Ашал. «Наверное, уж поладим, коль рядом сядем». Послушались, уселись чин напряд. А все-таки квартет не идет на лад. Тут пуще прежнего пошли у них разборы и споры. Кому и как сидеть? Случилось соловью на шумах прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтобы их лишить сомнения. «Пожалуйста, хватит хотя бы на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привести. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть. Чтоб музыкантом быть, так надо на умение. И уши ваших понежней», — им отвечает соловей. «А вы, друзья, как не садитесь, все музыканты не годитесь.